Сотрудники 20-го отдела Московского уголовного розыска при силовой поддержке ЦСН столичной полиции задержали 17 участников организованного этнического преступного сообщества в возрасте от 26 до 48 лет. Преступное сообщество преимущественно из граждан Грузии и Абхазии. Члены организованного преступного сообщества занимались совершением квартирных краж и разбойных нападений на перевозчиков денежных средств столицы. Только по предварительным подсчетам оперативников общая сумма ущерба от их преступной деятельности составила более 15 миллионов рублей. Операция по задержанию была широкомасштабной и заранее четко спланированной, чтобы никто из злоумышленников не успел сообщить коллеге о проходящем мероприятии. Захват преступников проходил в столице одновременно по 7 адресам: на Хорошевском и Варшавском шоссе, улице Базовской, Дениса Давыдова, Бехтерева, Корничука и Молодцова. Руководил сообществом, а также осуществлял координацию между участниками преступных групп, входящих в сообщество, а также занимался распределением между ними ролей и обязанностей 26-летний Барклая Мираб Мирабович, сын убитого в Москве вора в законе Барклая Мираба и одновременно крестный сын другого вора в законе Бадрика Гуашвили. 36-летняя жена Мираба Аида принимала активнейшее участие в жизни супруга. Она знала обо всех готовящихся преступлениях и осуществляла координацию между участниками преступного сообщества, обеспечивала их безопасность и занималась сбытом похищенных вещей. Кроме того, в сообщество входили группы наводчиков, лиц, скрывающих дверные замки, непосредственно исполнители краж, сбытчики краденого в различных скупах и ломбардах столицы. Также в сообществе было так называемое «боевое крыло», то есть вооруженные участники группы, осуществляющие прикрытие злоумышленников во время совершения краж и непосредственно участвующие в разбойных нападениях. При обысках по местам проживания задержанных сыщиками обнаружены изъяты более 150 наименований ювелирных изделий, 17 песцовых, норковых и шиншилловых шуб, около 60 сотовых телефонов, 20 фотоаппаратов и другая видео- и оргтехника. Также муровцы обнаружили в жилище участников преступного сообщества, отвечающих за взлом замков, большое количество отмычек, ключей, ломов, монтировок и других предметов, полностью изобличающих их в соответствующей преступной деятельности. У членов боевого крыла изъяты оружие и боеприпасы, а также три дорогостоящих скоростных автомобиля иностранного производства, используемых злоумышленниками для оперативного отхода с места совершения преступлений. Номера на автомобилях были краденными либо подставными. Проводится комплекс дальнейших мероприятий и следственных действий по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов. По информации, которую удалось получить оперативникам МУРа, злоумышленники совершили более 20 разбойных нападений и квартирных краж в столице.